сорт острого перца Seven Pot Brown. Это очень красивое растение и довольно обильно плодоносящее. Вот такие вот красавцы. Этот перчик относится к сверхострым сортам. Смотрите, какой красавец. Острота такого перца от 1 миллиона до 1 миллиона 853 тысячи сковелей. Это очень и очень острые. Почти 2 миллиона сковелей. Вот у него такая пупырчатая структура. Это очень красивый, очень необычный и очень интересный сорт. Это сорт родом с островов Тринидада и Тобаго. Срок созревания такого перчика 120 дней. Его следует высевать на рассаду где-то с 5 по 10 января. Вот такой вот красавец. Хотя у него и 120 дней срок созревания. Ну, все зависит от климатических условий. Он довольно капризный, он не любит высоких температур. Так что его надо обязательно притенять. Если не будете притенять, соответственно, будете долго ждать, пока он даст полноценные плоды. Вот плоды могут выглядеть такие, как продолговатые. И вот такие вот, как скорпион. Видите, с небольшим таким хвостиком. Высота такого растения от 80 до 1 метра. Если в теплице, будет там больше метра. Если в открытом грунте, ну где-то 60-70, ну в зависимости все от почвы. Если плодородная почва, он может достигать и 80 сантиметров. Главное, говорю, притеняйте его. Не любит частых поливов. Вот такая красота. Какой супер сорт, супер красота. Приятно держать в руках. Весь шершавый, весь такой упругий. Перчик тонкостенный. С него получится супер острые соусы. Так что его можно с легкостью выращивать у себя дома. Так как растение многолетнее, ну, может расти без проблем на подоконнике. Главное не переувлажнять его. Вот такой, такая вот красота. Так что советую всем, выращивайте у себя дома. Желаю вам получить таких перчиков большое количество. Самый большой урожай. И радоваться, как я, такой красотой. Всем удачи и больших вам урожаев. Всем пока.